Сегодня 17 августа, 11 часов вечера. Нам привезли сено. Вот даже... сейчас вот видно, смотрите, какое сено хорошее. Аж блестит. Хорошее. Вот оно, его крутили сегодня только. Он сказал, что он дождя даже... Ну, правильно, у нас дождя уже дней 10 нету. Я очень довольна. Я такая счастливая, когда привозят сено. Я очень счастливая, потому что у меня сразу отлегла от души проблема такая серьезная. Вот так вот мы покупаем сено. В прошлом году не хватило, потому что я неправильно его использовала. Три тюка не хватило. Вообще должно три тюка хватить. На маленькую козочку и на взрослую козу. Потому что первый год мы покупали два тюка, и у нас осталось на одну масю. Вот. И еще... Я вам скажу больше. Время 11 часов, 12 час. Сейчас я Вадима покажу. Он, смотрите, что делает. Уже 12 час, а он у меня заливает площадку. Вот так вот в деревне жизнь. Ни ночи, ни дня. А это кто? Это кто? Это у нас тут сидит. Это что за красавица? Это что за девочка голубоглазая? А это что такое? Ты огурцы не поела? А то у нас Йосик бы давно уже съел бы огурцы. Да? А ты спать собираешься? А? Да, туда не ходи. Вот она молодец. Она не ходит на бетон, между прочим. А Йосик ходит, не соображает. А она не ходит, молодец. Вот так вот, такой репортажик ночной. Вот. Глубине сибирских руд. И дальше что? Это рабочий. Работает. Не расслабляйся. Давай до 12 зальем. Солнце еще высоко. Один раз нам осталось залить. Солнце зайдет, луна зайдет. А на завтра бесщебня жиденькая сравнять, чтобы сверху. И все. У нас эта часть готова будет. Так. Пойду я у Маськи выключу свет. Потому что мы оставили специально везде свет, чтобы светло было разгружаться. Масяка, и ты будешь спать ложиться. Ты моя. У тебя такие глаза-то блестят. Чего ты такие эти глаза блестят? Нюшка у нас в сарае. Нюшка у нас закрыта уже. Ой. Так, сейчас подождите-ка, может быть, еще и курочек вам. А там, конечно, света нету, но я включу. Посмотрим, как они. А, не буду включать, все видно. Видите, как у нас курочки спят. Вон они, и петухи. И курочки. Анюшка вот в этом загончике. Ладно, спите, спите. Все, все, тихо, тихо. Тихо, не хотела. Не хотела. Ну все, Масечка, давай спокойной ночи, моя хорошая. Все. Все. Все, оставайся. Девочка моя, ложись спать. Ложись спать. Ты меня не хочешь выпускать, что ли? Пусти, пожалуйста, меня. Мася, пусти, пора спать. Уже 12 час. Ой, какие мошки летают, видели? Ой, как интересно, на телефоне видно, как мошки летают. Мась, пусти меня, пусти, моя хорошая. Ну, пусти, не выйти. Ой, вообще. Лишь бы погладиться, полоскаться. Еще надо посмотреть, где у нас Маргоша. Ну-ка. Вот так вот у нас. Вот она. Ты красавица, Настя. Ты почему не спишь? А ты почему не спишь? Ты с нами, потому что... Ой, дай-ка, на тебя резкость. На тебя резкость наведу. Вот она. Нет, не резкости. Вот она. Пошла. Я не захотела погладить. Скажи, не захотела погладить, пойду Вадима просить. Может, Вадим погладит, да? Да, Маргуша? Че по ночам шаришься? Иди давай спать, ложись. А? Ух ты, какая хитрая. Вот и все. Молодец. Ну все. Конечно, нужно в туалет сходить на ночь.
Ну и все. Понюхала? Маргушка. Спать пора маленьким таким. Ночь на дворе. Ну все, мы закончили. Мы посмотрели. На самом деле время 11:00. Как раз мы успели, чтобы никому не мешать. Спать спокойно. Кому понравилось наше ночное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, делитесь с друзьями и заходите почаще в гости. Пока-пока.